Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля BMW 7 серии в кузове F02 2010 года выпуска. Объемом 4,4 литра N63B44A. Пробег двигателя составляет 139 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Сразу же покажу работу двигателя Twin Turbo. Работа двигателя отличная, все жидкости присутствуют. На автомобиле у нас 139 тысяч. Работа двигателя. Работа двигателя отличная. Двигатель работает хорошо. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При установке на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.